Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про водонагреватель Electrolux и WH-50 драйвер. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Серия драйвер – современные водонагреватели, выполненные в классическом круглом корпусе. Объем бака рассчитан на двух пользователей при среднем расходе. Эмалированное покрытие внутри бака в сочетании с магниевым анодом гарантирует защиту от образования коррозии. Механический поворотный переключатель, расположенный в нижней части корпуса, позволяет легко регулировать интенсивность нагрева. Для выпуска излишнего давления предусмотрен обратный клапан. Водонагреватель Electrolux и WH-50 драйвер мощностью 1,5 кВт с трубчатым нагревательным элементом способен обеспечить быстрый нагрев 50 литров воды и длительный срок службы. Надежную и долговечную работу водонагревателей драйвер обеспечивает система сухих нагревательных элементов X-HEAT. Благодаря использованию технологии X-HEAT, тены не контактируют с водой, на них не образуется накипь, что значительно увеличивает ресурс их работы. Ваш водонагреватель качественно защищен от коррозии благодаря системе Protect Tank и диэлектрическим переходникам. Эко-режим препятствует образованию накипи, предохранительный клапан при необходимости сбросит избыточное давление внутри бака, а надежный термостат отключит прибор при перегреве. Protect Tank – это специальная защита внутреннего бака водонагревателя от коррозии благодаря эластичному эмалевому покрытию Elastic Cobalt Defense, системе безопасности и магниевому аноду увеличенной массы. Такая система обеспечит долгую и бесперебойную работу вашего водонагревателя на долгие годы. При выборе эко-режима вода в приборе нагревается до 55 градусов по Цельсию, что снижает образование накипи, повышает ресурс нагревательного элемента, позволяет увеличить срок службы прибора. Высококачественная теплоизоляция из экологически чистого вспененного полиуретана позволяет не только надолго сохранять температуру воды, но и экономить при этом электроэнергию. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. В комплекте нет УЗО. При снятии наклейка отодрала краску. Нет градусов на шкале. Установочные болты большого диаметра. Стандартный клапан не выдерживает давления. Теперь перейдем к положительным. Низкое потребление электричества. Долго держит температуру. Хорошее исполнение и материалы. Есть режим эко. Теплоизоляция 25 мм. Сухой тен. Диэлектрические переходники в комплекте. Очень удобно регулировать температуру воды. Анкерные крюки из комплекта надежные. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта!